здесь, посвети. Ой. Вот он. Мы у цели. Вперед. А вот и Несквик. Несквик, напиток замечательный, шоколадный и питательный. Ура! Призы! Только в специальных упаковках. Или магнит, или мозаика. Ищи Несквик с таким значком. Когда болит горло, вы можете съесть много леденцов. Но лучше Астросепт. Лекарство, которое помогает быстро. Доверяйте Астросепт. Мой Денис всегда в центре внимания. И ему просто необходимо выглядеть безупречно. Так же, как и его рубашки. Но постоянные носки и стирки не пошли рубашке на пользу. Манжеты и воротник износились. Кому это понравится? Ариэль автомат с Витактивом не только отстирывает еще лучше, но и благодаря своей новейшей формуле защищает волокна ткани от истирания. В этой рубашке Денис просто великолепен. Новая Ариэль с Витактивом. Безупречный вид одежды надолго. Божественно, Хольстон. Искушение для искушенных. Бывают случаи, когда спасти вас может только новый Дирол Вайт. Он дарит вам сразу и сладость вкуса, и неотразимую улыбку. Дирол Вайт выручит в любой ситуации. Ну или почти в любой. Дирол Вайт. Живи с улыбкой. Веселиться так веселиться. На полную катушку. Что это? Можно так. У меня тут приземлился парашютист. А можно так. Смейтесь сами над собой. Я на вас в суд подам. Не считайте меня идиотом. Вас снимают скрытой камерой. Господи. Популярнейшее юмористическое шоу. Улыбнитесь, вас снимают скрытой камерой. На 4-м канале. В ближайшем выпуске «Мира развлечений». Грандиозная звездная тусовка в Madison Square Garden. Телеканал VH1 и журнал Vogue назвали самых модных и стильных персон уходящего года. Последняя голливудская премьера, продолжение нашумевшего проекта «Ведьма из Блэр». Новая звезда на музыкальном небосклоне – Саманта Мамба. И масса другой полезной и совершенно бесполезной информации о событиях, случившихся на этой неделе в необъятном мире развлечений. Жду вас, как обычно, в воскресенье в 20:30 на 4-м канале. Воскресенье вечером. Суперпопулярное спортивное шоу. Бои без правил. Все по-настоящему. Настоящие мужчины. Настоящие женщины. Настоящие титаны. Титаны рестлинга. Шуточки за кадром от Николая Фоменко. На 4-м канале. К счастью, в программе «Однажды вечером» есть не только Нагиев и Рост, но и другие. Экстравагантно пикантные. Неповторимо звездные. Здесь я молчок. И непредсказуемо парадоксальные гости в потрясающем супершоу «Однажды вечером» с Сергеем Ростом и Дмитрием Нагиевым.